Я против газификации всей страны. Почему? Да потому, что мы не можем позволить себе такую роскошь. Так а что, дровами, что ли? Потому что газ, природный газ, он эффективен для города, для тех населенных пунктов, где есть очень много потребителей. Неэффективно протянуть трубу. Вы спросили себя, а почему Россия? Они, во-первых, почему протягивают трубу? Нет, за счет тех, кому протягивают. Вы спросили себя, почему в России нет газа? В России нет газа. Меня вообще-то Россия на сегодняшний день меньше всего беспокоит. Я спрашиваю. Россия, которая продает миллиарды кубических метров во всем мире, у них газа нет. Ну как нет? В глубинке газа нет. Так в Сибири тоже нет, там да. Городов мало. Да, ну давайте оставим. Давайте возьмем города крупные, там газ есть. Газ, природный газ, это для больших городов, там где и для больших производств. И для, у нас производство очень хорошее, но только назовите оно отсутствует. Давайте так. Но только оно отсутствует. Оно отсутствует. Тогда скажите, пожалуйста, может, приведете мне крупные предприятия. Ну, мы, может быть, докончим это и скажем людям. Что? Почему я против газификации всей страны? Это иллюзия, газификация всей страны. Это большая иллюзия и большая диверсия против этой страны. Я надеюсь, меня люди поймут, почему я против этого. И почему политики им не говорят правду. Что мы не можем себе позволить такую роскошь протянуть трубу в каждом селе. И даже здесь не важно, кто заплатил за эту трубу. Потому что содержание этой трубы, содержание давления в этой трубе обходится нам очень большими деньгами. Может быть, этим людям надо было говорить правду. Люди, либо вы переходите жить в городе, либо вы здесь будете потреблять другие источники энергии, а не газ. Потому что это слишком большая роскошь. А никто нам не обязан, ни Россия не обязана поставлять нам этот газ бесплатно или дешевый, ни Европа не обязана нам давать за бесплатно что-то и так далее.